Острая сюжетная драма о подполковнике МВД Андрее Красовце получила свое продолжение. Главного героя этой истории снова сыграл Дмитрий Паламарчук. Новые эпизоды были поставлены режиссером Кимом Дружининым. Он не принимал участие в создании первого сезона реализации. Продюсеры сериала остались довольны его работой. Новые сюжеты приобрели дополнительную остроту и динамичность. Создатели детектива заявили, что в мужском сериале появилась лирическая линия, которая заинтересовала любительниц мелодрам. Второй сезон сериала «Реализация» состоял из 24 серий. И поклонники уже активно интересуются датой выхода третьего сезона «Реализации». По предварительной информации, дата выхода продолжения назначена на весну 2022 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.